Судебные приставы Саратова арестовали целый автопарк. Владелец автобусов был признан виновным в мошенничестве. Вместе с напарником они купили подержанные машины и собирались заняться пассажирскими перевозками на территории Саратова. Но нанятые водители обвинили руководителей в коррупции. Кроме наказания в виде 4 лет лишения свободы, суд обязал их выплатить штраф – более 13 миллионов рублей каждому. Часть этой суммы и покроет имущество осужденного. В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник является собственником 36 единиц автотранспорта, а именно автобусов. Основная часть, конечно, их не совсем удовлетворительная, то есть нельзя сказать, что эта техника встала и поехала. То есть нужны определенные вложения, нужны определенные работы, чтобы они в дальнейшем эксплуатировались. Но я думаю, что данное имущество будет востребовано и будет реализовано, ну, по той стоимости, которую определит оценщик. Арест такого количества транспорта, принадлежащего одному человеку, случай для судебной практики Саратова небывалый. Из 36 автобусов приставы пока нашли 10. Они находятся на территории одного из автотранспортных хозяйств Энгельса. Все арестованные машины 2007 года выпуска из Китая. По словам специалистов, один такой автобус на рынке может стоить от 200 до 400 тысяч рублей. Деньги за продажу автопарка будут переданы государству.